Так, менеджер, ладно, сейчас менеджеру надо подать кофе. Здравствуйте. Так, спасибо мне большое за кофе, давай мне сюда. Угу. Что она такая невкусная, что ты вообще мне принес? Я? Капучино? Капучино? Ведь ей не нравится капучино, ну ладно. Так, и здесь у нас опять есть два варианта ответа. Поэтому, конечно же, помыть кружку и взять ее. Так, где эта кружка? Так, ладно, надо все мне разлить. Ну все, пока ничего не вытянешь, и я буду так стоять. А, и опять. Хорошо или нет? Конечно же, хорошо, нужно на все соглашаться. Это же ее босс. А что он собирается ей сделать? Там же вроде бы сообщение было. А, это массаж. Боже. Молодец. Классно делаешь мне массаж. Ну, естественно. Так, спустя... Ого, спустя 2 часа. О, боже, он 2 часа и делал этот массаж. Бедный чувак. Так, блин, а так хочу в туалет. Пойти в ванну девушек или в ванну мужчин? Конечно же, ванну девушек. Блин, он же не девушка. А что ты здесь делаешь? Уходи отсюда. Я вообще-то просто хотел в туалет. В туалет он хотел. Просто, знаете, я просто, знаете, по привычке уже. Конечно же, нужно идти к мальчишкам. Все, я бегу быстрее в туалет. Ну, ё-моё. Как это возможно? Мне даже в туалет нельзя сходить, потому что тот сидит. Да, смотрите, там в туалете какой-то сидит мужик, видимо. Пойти к нему или все-таки пойти вот в то? Ну, наверное, все-таки лучше пойти вот в это. О, боже, мне так противно это делать. А вот как раз-таки и тюрьма. Ну все, считай, серая жизнь. Ну вы только посмотрите, здесь вообще никак не вылезти. Здесь такие просто ворота. Жесть. Ну вообще, как я такой жизни-то докатился? Ну все, теперь тебе нужно переодеться. Как ты переодеться? Так, и какую выбрать одежду? Здесь еще про одежду выбирают. Давайте оранжевую, она более-менее какая-то красивая. Ой, смотрите, какая она. Классная, удобная такая. А скажи мне хоть что-нибудь, или пожалуйста, ответь. Наверное, пожалуйста, ответь. Я не понимаю, что это такое, но он что-то ей сказал, что его это разозлило. Ого, вы видели, он кинул свой телефон. Боже, да как я так мог? Нужно было покупать за 20 тысяч долларов и брать весь кредит. Какой кредит брать? За только кольцо. Ну все, он отбежал. Он размялся? Что он собирается делать? Ты что? Ты серьезно? А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Наконец-то мне 16 лет. А это значит, то, что я скоро закончу школу и смогу целыми днями лежать на диване и сидеть в телефоне. Что? И зачем он будет целыми днями сидеть в телефоне? Ого, а где это они находятся? Смотрите, они находятся в каком-то лесу. Видите, уже не в телефоне сидит. Ура, я прыгну сейчас. Эй, ты куда прыгаешь? Я тоже хочу с тобой прыгнуть. А ты хочешь прыгнуть тоже? Так, девушка только что предложила прыгнуть или не прыгнуть. У нас задается вопрос, прыгнуть или не прыгнуть? Наверное, все-таки прыгнуть, потому что все прыгнули, как бы, ну ему тоже стоит. Пошли, я тоже хочу прыгнуть. Уи! Ого, у них, знаете, просто на замедленном они прыгают. Оп. Ого, смотрите, они здесь плавают. Надеюсь, что монстр не придет. А то, знаете, а то там, когда в прошлый раз чувак просто ходил и тоже поплавать, и в итоге к ним пришел монстр. Ну или акула. Ого, смотрите, он уже стал не подростком, а взрослым. Как бы логично. То есть 16 сразу 20 лет. Ну ладно. Сейчас зато он уже закончил школу. И сейчас посмотрим, он будет лежать на диване и сидеть в телефоне или нет. Давайте заглянем. Так,
Как же мне интересно сидеть в телефоне. Ага. Так, стоп, что он делает в телефоне? Ого, он оказывается на сайте знакомств. Ну что, как эта девушка? Ну блин, не очень. Ей 22, она старше на 2 года. Значит, не подходит. Так, ну ей 19. Принимаем. Вы уверены? Да, уверены. В принципе, разница небольшая, мы даже еще всех не посмотрели, и мы пошли по этому пути. Интересно, что будет дальше? Так, заходим сюда. Так, смотрите, он находится в каком-то магазине. Привет! О, ты такая красивая. Да, давай еще сходим сюда, потанцуем. Так, я думаю, эти что нужно выбрать. Я хочу кофе, спасибо. О, давай колечко выберем. Какое хочешь. Что? Смотрите, здесь есть два варианта колец. За 20 тысяч долларов и за 100 долларов. Давайте за 100 тысяч, за 20 тысяч долларов. Нам это недоступно, нам денег не хватает. Ё-моё, придется покупать за 100 долларов. Ну, пожалуйста. Ну, блин. Все, я на тебя обиделась. Нужно было купить за 20 тысяч долларов, а не за 100 покупать. Ого, вы видели, что эта девушка просто сделала? Она просто обиделась на этого, за это, на этого чувака за то, что просто... А он ей не купил, ну, вот прям такое кольцо за 20 тысяч долларов, хотя они ничем, по сути, не отличаются. Давайте посмотрим дальше. Так, смотрите, он находится здесь уже, чего-то дожидается. И опять в телефоне. Какая у них переписка? Так, привет, как дела? Привет. А мы с тобой встретимся? Нет, привет. Я, ну если из другого языка. Привет. Как думаете, спросить, what's up, это как дела? Или how are you, это тоже как дела? Давайте how are you. Здесь есть опять два варианта ответа, что написать. Скажи мне хоть что-нибудь, или пожалуйста, ответь. Наверное, пожалуйста, ответь. Я не понимаю, что это такое, но он что-то ей сказал, что его это разозлило. Ого, вы видели, он кинул свой телефон. Боже, ну как я так мог? Нужно было покупать за 20 тысяч долларов и брать весь кредит. Какой кредит брать? Да. За только кольцо. Ну все, он отбежал, размялся. Что он собирается делать? Ты что? Ты серьезно? Позвать ее или все-таки прыгнуть, наверное, позвать ее? Ну это как-то по-тупому. Так, по-моему, он ее позвал. Или нет? А где телефон? А вот мой телефон. Так, мне кто-нибудь ответил? Так, мне вообще никто не отвечает. Алло? Так, он ей уже сказал алло. То есть она ответила. Так, ну это даже очень интересно. Даже интересно, что будет дальше, потому что... Ну все, пошли. Приветик. О боже, посмотрите на эту машину. Конечно же я сяду к нему. Эй, нет, не текли. О боже, я упал. Вы только видели, что, что его девушка сделала. Она просто села какому-то чуваку, который просто сказал привет, просто сел в машину. Хотя у нее есть парень. Так, и здесь у нас есть два варианта ответа. Плакать или найти работу. Ну какой плакать и находи работу, ты чё? Ты одинокий, тебе нужно найти работу. Так, думаешь, мне стоит найти работу? Нет, тебе лучше поплакать. Нет, а серьезно, он что, собрался на дороге плакать? Да, конечно, я этого не понимаю, ну, ладно. Так, менеджер, ладно, сейчас менеджеру надо подать кофе. Здравствуйте. Так, спасибо мне большое за кофе, давай мне сюда. Угу. Что она такая невкусная, что ты вообще мне принес? Я? Капучино? Капучино? Ведь ей не нравится капучино, ну ладно. Так, и здесь у нас опять есть два варианта ответа. Помыть кружку от кофе, или все-таки пнуть или побить ее. Конечно же, не нужно ее бить, как бы это тупо. Тупо. Нет, как бы это неприлично вообще такое делать. Поэтому, конечно же, помыть кружку и взять ее.
Так, где эта кружка? Так, ладно, надо все мне разлить. Ну все, пока ничего не вытянешь, и я буду так стоять. Бедный парень, просто увидели? Она просто какая злая. Просто очень, как бы, злая какая-то. Странная, еще можно так сказать. Так, все, ему, кстати, уже 27 лет. Что это уж многовато. Быстро взрослеет. Так, блин, я так хочу в туалет. Пойти в ванну девушек или в ванну мужчин? Конечно же, в ванну девушек. Блин, он же не девушка. А что ты здесь делаешь? Уходи отсюда! Я вообще-то просто хотел в туалет. В туалет он хотел. Просто, знаете, я просто, знаете, по привычке уже. Конечно же, нужно идти к мальчишкам. Все, я бегу быстрее в туалет. Ну, ё-моё. Как это возможно? Мне даже в туалет нельзя сходить. Потому что тот сидит. Да, смотрите, там в туалете какой-то сидит мужик, видимо. Пойти к нему или все-таки пойти вот в то? Ну, наверное, все-таки лучше пойти вот в это. О, боже, мне так противно это делать. Что? Он в этой... Я даже не знаю, как оно правильно называется, я боюсь просто ошибиться. Но он в этой штуке сделал вот это. И это очень странно. Так, нам 29 лет. Так, чем бы мне заняться? Убираю-ка машину. Так, у меня есть два варианта. Купить белую машину за 150 тысяч долларов или синюю за 100 тысяч долларов. Так, ну конечно же белую покупать, зачем тебе синие? Белая красивее, да, она еще и дороже. Все, значит, мы идем направо, значит, у нас есть какая-то уже другая история, по сути. Так, все, нажимаем играть и смотрим. Ой, ну какая же красивая машина-то. Вы только посмотрите. Идем, дорогой. Ого, это же мой Пепси. Бегу за машиной. Эй, о боже. Ну вот ей так и надо. О боже, это так смешно выглядело. Тем более, она еще и упала на том же месте, где и он упал. Это тоже не так уж и странно. Привет. Как-то привет. Я тебя не хочу здесь видеть. Как-то не хочешь. Слушай, моя кофемашина, она в доме и не работает. Сможешь ко мне прийти потом попозже и починить ее? Да, я могу. Или нет, не могу. Конечно же, я могу. Так, все, вот ее дом. Все-таки нужно же помогать. Тем более, кофемашину чинить. Привет, я бы хотел тебе помочь. Ну, естественно, помочь бы хотел. А что он еще? Ага, смотрите, она куда-то идет. А вот как раз таки кофемашина. И он хочет, видимо, с ней разобраться. Так, наверное, это нужно сделать сюда. Спустя час. Так, вроде бы уже все сделано. Так, а где она? Та девушка. Эй! И куда он пошел? Так, смотрите, она что-то сидит делает. Ты закончил? Отлично! Как это отлично? А, так, она сейчас говорит то, что мне нужно помочь что-то там с сообщениями. И опять. Хорошо или нет? Конечно же хорошо, нужно на все соглашаться. Это же ее босс. А что он собирается ей сделать? Там же вроде бы сообщение было. А, это массаж. Боже. Молодец! Классно делаешь мне массаж! Ну, естественно. Так, спустя... Ого, спустя 2 часа! О боже, он 2 часа и делал этот массаж. Бедный чувак. Так, спустя еще 3 часа. Да неужели? Ну, спасибо, что помог. Да, ну, естественно, спасибо, что помог. А что еще нужно было? Да неужели? Ну ладно. Она даже мне ничего не дала, ни денег, ничего. Ни денег, ничего?
А что, ты вроде бы сам хотел ей помочь. Ну, в принципе, ладно. О, смотрите, видимо, все-таки тот босс оставил его без работы. И он сейчас сидит, бомжка такой, боже мой, а вот и полиция идет. О, сейчас, кажется, что-то будет. Здесь нельзя находиться. А то мы тебя арестуем. Как это арестуете? Ну, взять у него... Да, это, конечно, очень странно. Ведь зачем его арестовывать? Что он такого сделал? А, ну, конечно, он сидит, да, просит деньги, ну ладно. Пойти в тюрьму или взять у него пистолет. Наверное, давайте возьмем пистолет. Потому что, ну, блин. Берем пистолет и... Побежал. Ну вот и все. Теперь он вооруженный, считайте. И у него есть пистолет. А то, что это, ну, как бы и хорошо, и плохо, так как бы он вооруженный, то есть он уже при защите. Ну все, теперь можно притворяться полицией. А нет, нельзя. Ой-ой-ой, кажется, не капец. Вы только посмотрите, все сейчас бегут за ними. Боже мой. Все зарядили, смотрите. Ну все. Притворился. Да, и теперь его арестуют. Боже мой, только, ну... Он же будет, считайте, сидеть в тюрьме, если сейчас его арестуют. Ну ладно. И они сейчас поедут, наверное, в полицию. Все, нам нужно тебя забрать. Забрать? Так, ладно, ему было 33 года. Куда он переходит? Опять же 33 года. Логично. А вот как раз таки и тюрьма. Ну все, считай, серая жизнь. Ну вы только посмотрите, здесь вообще никак не вылезти. Здесь такие просто ворота. Жесть. Ну вообще, как я такой жизни-то докатился? Ну все, теперь тебе нужно переодеться. Как ты переодеться? Так, и какую выбрать одежду? Здесь еще про одежду выбирают. Давайте оранжевую, она более-менее какая-то красивая. Ой, смотрите, какая она! Классная! Удобная такая! Удобная, блин, нужно было, наверное, черную выбрать, сейчас я думаю. Ну ладно, 35 лет, что же с ним случится? Так, ля-ля-ля-ля-ля, я моюсь, наконец-то. Раз в неделю-то можно уже помыться. О, мыло нашлось. Как же это круто. Как же это круто? То есть, нету что ли мыла в... Как оно называется-то? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, там какой-то чувак был. А, то есть получается... А, я думаю, у них каждая ванна на одного. А получается... А, там ванна для всех. А, все, я поняла. Ну все, теперь ему так и нужно мыться. Ура, я помылся. Что ты уже... Ура, я помылся. Может быть, сейчас ты уже выйдешь все-таки из этой тюрьмы. Смотрите, все занимаются так. О, кому? Кто? Кто-то идет, видимо, к нему. Так. Ну, может быть, я подойду к нему. Здравствуйте. Мне нужна помощь. Хм. Он говорит то, что ему нужна помощь. Хорошо, если ему нужна помощь, ну давайте поможем. Хорошо, я вас пускаю. О, спасибо большое. Ну все, но только для этого. Так, смотрите, они что-то там делают, они что-то собираются делать. Ну, смотрите, он нашел отвертку. 1 час спустя. Вот все, он помог. А теперь можно и все поделать. Но у него есть отвертка, вы все-таки понимаете, какое это счастье. А, ну она сломана. Да, но у него же есть отвертка. Считайте, он может уже выбраться. Он целый год пробовал с этой отверткой, серьезно? Жесть. Ну ладно, сейчас он пытается как-то что-то сделать. Так, ладно, сейчас нужна помощь. Так,
Вот так, давайте. Вот так. Так, так, так. И. Все. 100%. Теперь здесь. Так, 100. Вот так, 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 так. Еще до 100 добегаем. Отлично. Все получается вроде бы более-менее так. Ой, как-то плохо у нас получается. Так. Где зеленый-то горит? А вот здесь. Более-менее и... О, вот так. А здесь, знаете, очень замки, они как бы на разных уровнях. Где-то в конце, где-то посередине. Так. А, здесь можно вот так вот, как бы, знаете, не понимать, а просто дергать вот так. Так, где... А, вот самое последнее, но вот самое сложное. Все, он, считайте, он уже выбрался. Но только... Ой-ой-ой. Кажется, ему сейчас капец. Вы понимаете то, что никого как бы нет, а сейчас кто-нибудь выберется. Так, я кого-то слышу, что кто-то идет. Куда мне идти? Давайте мы выберем направо. Хотя, может быть, это неправильно. Ладно. Он бежит, но вы только посмотрите, какой длинный коридор. Мы слушали тебя, что ты сбежал. О, нет. Да, конечно, это был неправильный ответ. Сейчас это все нужно делать сначала. Все вот это делать. Так, ну ладно, нам это не составит труда, вы знаете. Не составит труда. Так, все, быстренько проходим это все. Чтобы нас, естественно, никто не запалил. Знаете, если нас кто-нибудь запалит, то все, мы не сможем. Дальше-то пройти. Так, все, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. И... А сейчас остается только сделать это. Последнее. Ой, блин, как сложно. Так, теряем. О, все, пробрались. Сейчас мы уже знаем, что нужно идти налево. Но мы тоже не знаем, что у нас ждет дальше. Так, проходим. Направо или налево? Направо? Или налево? Блин, это сложный вопрос. Я хочу пойти налево. Мне прям кажется, что там как бы лучше. Да, он сейчас, смотрите, встретил люк. И что, он туда пойдет? Ну да, придется. Это, конечно, очень странно. Зачем вообще идти вот сюда вот? Так. У меня просто нет слов. У меня нет слов. Поэтому ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!